Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, колокол, благовест, который должен был сегодня выливаться, заливка переносится на завтра. Завтра все будет и видеоотчет, и фотографии. Дорогие братья и сестры, вот у нас идет дождь, такая погода, но я не могла вам не сказать, потому что вы все жертвуете, вы все переживаете и ждете от меня на сегодня видеоотчет, но это будет все завтра. Нас осталась сумма 675 тысяч на колокол, благовест. Дорогие братья и сестры, хочется сказать, что это воистину будет наш народный всероссийский колокол за наших братьев, за наших дедов, за наших внуков, за наших детей, за нашу землю, за нашу веру православную, за весь наш православный народ. И дай Господи и Матерь Божия, чтобы с Божьей помощью мы выплатили, и этот колокол призывал народ в храм Божий. Храни вас всех Господь!